Всем привет, ребят. Ну что, как я обещал, покажу вам сегодня новую имбу, точнее не новую, это герой, который и так имба, но с этой прокачкой, честно говоря, я немножко в шоке с того, что будет дальше. Честно скажу, я охреневаю от этих прокачек. Да, они стоят дофига, но герой открывает себя совсем по-другому. Как видите, у меня уже силы за 630 полезла плюс 5к за сегодня качну, думаю, еще докачаю. Следующий герой, если хотите, пишите в комментах, это будет Седна с максимальной прокачкой, она вот уже качается, будет сегодня, думаю, тоже максимальной уже, если будет время. Ну, а сегодня я вам покажу просто мега зверя. Вот можете просто посмотреть на вот это и, не знаю, просто закрыть глаза, ребят. Почти 30 тысяч урона, 700 тысяч жизней. Мы сейчас ему еще поставим панчбокса сюда. И он будет сразу у нас включаться. И вы посмотрите, что же это такое. Ну и, соответственно, мы протестим его на атаке фартов на выходных. Так, ну что, тут, наверное, его сейчас сольют. Может и нет. Сейчас посмотрим. Надо, чтобы он включился еще разок. Так, ну давай, 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 давай. Оп. Половины героев нет. Сейчас я немножко включу ему подхил. В общем, ребят, просто вот как-то так. Качайте там, не качайте. Это просто жесть. Я вам так скажу, тут, думаю, у меня нету слов. Я вам так скажу, это просто ужас. До свидания, Огник. Тебя уже ждал Анубис, наконец-то Анубис начал шатать. Что я могу вам сказать про эту сборку? Ну, он бешеный просто стал. Да, есть варианты, его будут выносить, там, сливать, но если он включится и ударит разок, нормально приложится, это реально жесть. Ну, ворожай просто улетает, если он у вас не прокачанный будет, я думаю, как и многие герои. Сейчас мы потестим в других локациях, но так, мне юниты мешают, видите, битва гильдии, везде юниты есть. Оп, чик, посмотрите. Герой 12-й прокачки, ребят. 12-й тоже. Но посмотрите, что он делает. Это просто жесть какая-то. Блин, смертушки мешают, видите? Вот забрать энергию еще как вариант. Посмотрите, он один, можно поставить оживу. Он унес просто героев с 12-ми скиллами. То есть максимальная прокачка это просто бешенство, я вам так скажу. Да, это сложно добиться, но то, что он делает, это просто нереально. Сейчас он включился, все, до свидания. И это не слабенькие топы, как на китайке там. То есть на английском сервере у всех довольно-таки добротная, хорошая прокачка. И, как видите, она просто идет в никуда вот с такой. Честно скажу, я немножко в шоке. Вот один залп, и ворожай просто улетает. Ну, юниты мешают. Есть еще смотрители там и прочее. Ну, блин. Это просто жесть. Вот посмотрите, Лазуликс просто улетел. Да, он кайфовый герой, там все дела, но просто они все. Бугиман там тоже сейчас может улететь. Не знаю, успеем. Да, Бугиман тоже улетел. Да, он один не затащит сейчас тут Фрейю и Огника, но зато он, блин, утащил всех ключевых героев, которые, ну, вроде как бы решают на дефе. То есть я вам показал рейд, поехали, возьмем немножко, ну, давайте такую же сборку, идем, знаете, куда вот. Тут всем интересно посмотреть, думаю, будет, что он сможет здесь сделать. Только мы сейчас уберем Ремку, она не нужна. И поставим сюда грубую силу. Тут на 70 и крит урон увеличивает. Отлично. Он у меня
собран скриптом. Ну, крит плюс жизнь. Я его на отражалку собирал когда-то. Вот такая вот сборка. Идем, просто смотрим и любуемся подземки. Смотрите внимательно вот сюда. Напишите потом в комментах, что вы здесь увидели. Потому что я могу пропустить. Ну вот как-то так. Один залп. Второй залп. Что вы на это скажете? Это просто жесть. Третий залп. Все. То есть вариантов просто нет. Такой бешеный урон, я не знаю. Мало кто с героев имеет. Он массовый причем. Думаю, я буду опять же начинать юзать Анубиса на многих локациях. Давайте пойдем еще на седьмую кошмарку. Покажу вам там его. Там тоже, думаю, будет очень весело. Единственное, я не знаю сейчас, как мы со станом там справимся. Но попробуем. Не будем мы ему рунами. Хотя можно рунами, в принципе, давайте железку поставим. Это будет самый оптимальный вариант, думаю. Вот вам. Так, железка есть. Окей. Поехали. Ребят, кошмарка 7-10, да? Да. Поехали. Оп, раз есть. Два есть. Ну чё, как вам? Как вам такая сборка? И знаете, что может быть? Что он может с панчбоксом, наверное, и соло затащить в такой сборке? Все, один герой. Соло проходит. Да, не успеет он. Видите, стан все-таки лучше тут ему слона цеплять. Но мы убили всех героев. Это жесть. Это полная жесть. То есть качаете одного такого Анубиса и все. И у вас все подземки пройдены. Дальше. Ставим обратно ему ремочку. Идем. Идем на PvP локации. Ну, если вам нравятся такие обзоры, обязательно, ребята, зашел, подписался, кто новенький, поставил лайк. Делаешь чаек. И просто молча плачешь над кружечкой чая. Так. Что тут у нас? Ну, давайте вот на этого нападем. Let's go. Старт. Смотрим. Опа! Слили. Ну, ну тут Фрея, понятно. Так, смотрим на остальных. Сможет включиться, нет? Не, ну, выносит, но, к сожалению, тут очень много героев. Сейчас мы на каких-то нубов нападем. Фрея все-таки будет его шатать, потому что тут порочный пакт. Никуда не денешься. Интересно посмотреть, что он будет делать сейчас с камнем. Бешеный урон от панчбокса. Просто бешеный. Смотрим дальше. О, стыковка. Блин, это было просто ужас. Смотрим второй заход. Там даже не успел ударить. Жесть. Следующий. Ну, привет. Так, там есть Анубис и Фрея. Ну, я не думаю, что он успеет, хотя я думаю, успеет. Да, к сожалению, да. А может и нет. Ну, чуть-чуть не хватило. Давайте попробуем глоб. В общем, ребят, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого прорыва. Я не всем героям его еще качаю, но это просто бешенство. То, что делают герои на 20-м. Без донат
просто в ужасе будет, попадая на такую пачку. Ну, Unreal просто. Ну, я не знаю. Это один герой сносит. Что будет, если их будет там 6, там, например, да, там, либо 5. Я бы сам на себя, честно говоря, напал. Надо будет попробовать. Посмотреть. Выставить дев. Так, ну тут интересно, мы должны, наверное, сейчас на хроне слиться, по идее. Потому что тут будет сразу, наверное, включен мне. Жесть. Смотрите, сейчас череп успеет включиться. А, мы быстрее даже камень разбили. К сожалению. Ну, давайте. Я надеюсь, он по центру будет. Да, отлично. Ну, просто вот так вот. Все, что максимум спасает, это живое ограничение урона, как у Фрея. Но сейчас Фрея, наверное, просто должна тоже улететь. Да, ну, все. То есть вариантов просто нет. Я не знаю. Я не смотрел, сколько у него жизни здесь на арене. Напишите в комментах. Ну, просто жестко. Поехали на PvP локации. Дальше это у нас будет ZB-шка. Так, тут у меня нигде его нет. Отлично. Так, я надеюсь, мы попадем на кого-то интересного. Давайте вот рогатка какой-то есть с рогаткой. Хрон. Бум. Ну, посмотрите. На хроне он сливается, он будет сливаться, и тут Махатма, вариантов нет. Любая отражалка, он просто будет дохнуть. Но он урона столько наносит, что просто жесть. Неплохо. Мои нубогерои. Вот ворожей еще держался. Ворожей тоже с 20-м, кстати. Так, обновим. Давайте посмотрим. Сейчас опять на Асуре. Видите, что делается на Асуре? Просто ушатывается. Хотя у Асуры, ну, тут посмотрите на это. Просто жесть. Да, он на отражалке будет сливаться, но то, сколько он урона приносит, это просто бесценно. Все. Давайте еще разок. Он смотритель не дал включиться, заблокировали. То есть варианты его блочить есть, как и все герои. Но если вы его не заблочите, это просто жесть. Он просто порешает. Так, отлично. Давайте против этого. Да, зеленый смотритель еще куда не шло. Ну все. Офигеть просто. Просто офигеть. Жесть. Даете ему немножко подхила, усиления. И если он кошмарку, вы видели, что он делает в седьмой кошмарке соло с магией. Но дальше, думаю, вопросов по нему вообще никаких не будет. Вот опять давайте смотрим на Асурика против отражалки. Вот видите, сливается, по-любому сливается на отражалке. Без разницы, какой там будет герой, тут столько урона, что он просто сам себя убивает. Представьте, какой у него урон, если у него 700 тысяч жизни, там может и больше, и он себя убивает. Это просто жесть. Так, есть. Давайте на экспедиции. Так, выбрать героя. Поставим так, чтобы не было смотрителя. Можно было смотреть, да? Вот,
Отлично. Просто жесть. Ну, что я могу вам сказать? Вы сами, в принципе, все видите. Это Unreal какой-то. Сейчас дальше пройдем. Да, для бездоната такого героя собрать реально было бы очень круто. Ну, вот, все. То есть он выносит. Сейчас дойдем до последних. Может, там будет немножко поинтересней и получше видно. Вот тут есть стрелок. Стрелок, кстати, может не дать включиться вот этот клик-вариант еще. Тут с панчбоксом просто нереально. Представляете, какой у него урон на включении? Ну, выносят. К сожалению, не видно, сколько у них тут жизни. Но я думаю, дальше может будет топовее. Посмотрите на забор. Там урон по забору такой, что жесть. Так, ну что, будут у нас сегодня какие-то топовые? Ну, видите, не дают просто. Ну, выносит, он все выносит нафиг. Да, жесть, конечно. Ну вот Фрейя выжила. Все шансы есть на то, чтобы его убить. Без вариантов все равно. Видите, панчбокс не включается, пока стан есть. Ну, сейчас он расключится, в принципе, мы наберем максималку. Да, ребят, вот так вот, такая вот сборочка, не знаю, пишите в комментах, что вы об этом думаете, но это нереальная жесть какая-то, просто, просто мега крутой. О, отлично, кидаем сразу сюда, оп. Сразу же кинул в бой, можно было бы подальше, давайте попробуем подальше в RGS-лим. Чтобы Фрейю зацепить. Ну посмотрите, что с героем остается после первого залпа. Просто супер. Все. Осталась одна Фрейя, по сути. Жесть. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки и репостики. Ждите следующих героев на двадцатке. Мега имп. Всем удачи, всем пока.